лучшее снаряжение, только у нас. Ну, не буду тебя отвлекать. Теперь от зэков на электростанции остались разве что дурные воспоминания. Тут к тебе личная просьба, которая с каждой секундой все менее личная. Со мной связался старый армейский приятель. Оказывается, он был с Блиссом, когда началась эта заварушка. Но теперь он решил послать батальон ко всем чертям. Я отправил за ним отряд ОТГ, но они не отвечают. Давай я скину тебе координаты места, откуда он выходил на связь. А дальше ты разберешься. На углу 46-й восточный и 2-й замечен батальон. Будьте осторожны. В лагере Фриман ОТГ не жалуют. Ваш квартал патрулируют бойцы последнего батальона. Помогите нам защитить вас.
наемников я не подписывал. Ну, сука. Ну, с Богом! Батальон, черт, это здорово! Парни, нас гораздо больше. Я очень рада, что вы уцелели, агент. Так держать. Этот район отныне находится под защитой последнего батальона. Вводится комендантский час. Пожалуйста, выполняйте все наши требования. Единственная наша цель – защитить вас. У тебя щедрое сердце. Надеюсь, Близ знает, что делает. Стоять! Документы!
продвигается? Нормально, осталось перезагрузить систему. Вероятно, на некоторое время прервется связь. Понял тебя. Ротс, это Гэмбл, помнишь меня? Из Ирака. Долго рассказывать, но, в общем, я хочу свалить от этого долбанутого Близа. Срочно. Если можешь, вышли за мной отряд. Пусть ждут звонка в вестибюле дома на 86-й Восточный. Я на тебя рассчитываю, Ротс. Конец связи. Так, это видимо офицер Утиловчику. Мы здесь по заданию Ротса, он нас прислал. Грин, вы и постоянно плохие предчувствия. Да. Я к Сугату. Перейдите улицу, направляйтесь в переулок. Хвоста за мной вроде не было, но все равно. Будьте осторожны. В темной зоне не бывает безопасных мест. Вас понял. Ждите там, мы сейчас будем. Держишься? Я даже не ожидала. Спасибо. Гэмбл нам нужен живым. Мы его прижали. Не облажайтесь. Я рада, что не перевелись еще добрые люди. Катись к черту, говнюк! Ты первый, чмо! Берем объект. После задержания переведем его через улицу. Готовьте комнату для допросов. Стреляйте, я спускаюсь.
Батальон заменил мне семью. Пошла отсюда! Ну и мясорубка. Я рад, что Гэмбл жив, но он вообще-то не святой. А мы, вытаскивая его, потеряли хороших ребят. Очень надеюсь, что у него есть какая-то охрененно важная инфа на батальон. Потому что иначе... Приятель мне тут не нужен. Мне нужны разведданные. Ладно, отправлю за ним еще один отряд. Когда все закончится, загляни в наш квартал. Посмотришь, что нам с твоей помощью удалось спасти от этого ужасного батальона. Тебе понравится, вот увидишь. Своим не поверите. Меня, как и многих из вас, ждал, мой товар вам точно придется по вкусу. Паршиво, если посмотреть вокруг, становилось еще паршивее. Но когда по всему городу умирают люди, не время жаловаться на отсутствие сигарет. Я надеялся, во внешнем мире найдется хоть один курильщик, который сунет пару блоков сигарет в посылаемые нам грузы. Но черта с два. Наверняка кто-то из вас скажет: Рик, куда важнее доставить еду и лекарства. Ладно. Заглядывайте еще как-нибудь. Тысячи грузов. И ни одной пачки курева. Нам присылают даже упаковки с бисквитным пирожным. Но почему нет сигарет? И это заставило меня задуматься вот о чем. Может, нам не присылают сигареты? Лучшее снаряжение, только у нас. Более важным доставить технологически продвинутые фруктовые пироги. Может, дело в том, что сигарет попросту нет. Может, в стране осталось слишком мало людей, и правительство распределяет продукты. Смотрите, кто пришел.
тяжело, девочка. Спецотряд. На углу 49-й Восточной и Мэдисона замечен батальон с украденными медикаментами. Нам нужны эти лекарства. Открыть огонь! Вступаю в бой! Веду огонь по цели! Закрыть надоело! Руки вверх! Пропускайте давить! Добейте его! Атакую цель! Тут все чисто! Которые мне интересно печатать, точнее говорить. Ведь печать умерла, как мне постоянно говорят. Что ж, многие умерли, так что печать не одинока. Итак, перехожу к одной из моих нелюбимых тем. Мы должны серьезно задуматься о мертвых телах. Специалисты ЦРА сделали все, что могли. То есть закопали трупы во всех парках, поскольку в других местах открытой почвы просто нет. Серьезно, если вам нужны кладбища, поезжайте на остров. Лучшее снаряжение во всем городе. Я сейчас прошу кого-нибудь справиться от твоей сестры. Годится. Довольный клиент – лучший клиент. Слишком мало. Иногда тел было слишком много. Иногда люди, которые должны были даровать покойников, плевали на свою работу и бросали грузовики с трупами на улицах. И сдается мне, рано или поздно нам придется поплатиться за это. Ага. Хорошо, что ты здесь. У нас тут целый ряд проблем. Лучшее снаряжение, только у нас. Я обозначу тебе приоритетные задачи. Нужно сделать все оперативно, без заминок, ни на что не отвлекаясь. Если тебе это не под силу, я найду кого-нибудь другого. Кое-кто никак не уймется. Нам сообщили, что некто Мозли, сержант батальона, расстрелял одного местного жителя на глазах у его семьи. Это нельзя так оставлять. Нужно сделать из этого Мозли показательный пример, пока его дружки не начали ему подражать. Поручаю это тебе.
Спасибо. Я тебе жизнью обязан. Очень много, значит. О, Господи, не надо. Атакуют цель! Сосредоточься, Господь!
Зачищаем сектор! Вести плотный огонь! Прочешу зону. Постой, я гляну, что там такое. Надо проверить, что там. А, схожу, посмотрю. Здесь абсолютно не нужны. Мы правильно сделали, что убрали его. Нам поступила жалоба от одного жителя, который не различает ОТГ и батальон. Кто на самом деле терроризирует его соседей, и так понятно. Но все равно нужно проверить. Честное слово, я не понимаю, как такие люди вообще умудряются выживать. Цель поражена. Нарваться бы на чистящих. Любое обнаружение. Ни хрена у вас не вышло! Даже не знаю, что бы мы тут без тебя делали. Не
Не хотел бы ссориться. Из лагеря ни ногой. Не могу я больше, понимаешь? Мне надо было выйти. Ладно. Всем агентам спецотряда. Батальон удерживает заложников в участке на углу 55-й Восточный и 3-й. Срочно нужна помощь.
Ева Акоста. Я не могу выбраться из этого чертового города. Еда почти кончилась. Я уже не знаю, что делать. В железнодорожном депо разбит лагерь. Там полно таких же людей, кому некуда деваться. Но, по-моему, многие из них больны. Тоннель Линкольна перекрыт, все мосты перекрыты, вообще все перекрыто. Попасть сюда было легко, они не следят за тем, попрется ли кто-нибудь в город. Люди же не дураки, верно? А вот выбраться... Черт, надеюсь, я не заразилась. Наверное, пойду в депо там. Хотя бы люди. Когда вокруг люди, уже не так страшно, правда? Если кто-то найдет эту запись, пожалуйста, пожалуйста, свяжитесь с моими родителями. Они в Тинаке, в Нью-Джерси, Изабелле, Рамона Коста. Пожалуйста, передайте им, что Ева их любит. Скажите им. Я прошу вас, скажите им, что я... Что я прошу прощения. Этому городу сейчас как никогда нужен герой. И я подарю ему героя. Я всегда знал, что однажды мне суждено стать последним защитником правды и справедливости в Манхэттене. И ныне мой час пробил. Настало время надеть маску и плащ и выйти на улицу, покарать злодеев и спасти невинных. Этот долларовый гриб... Так называемая зеленая трава пробудил во мне сверхспособности. Я стал неуязвим. Я стал живым символом этого города и поклялся защищать его от всех напастей. Зэки, военные, чудаки с огнеметами. Я сражался со всеми во имя справедливости.
так. Спасибо. У нас гость! Иду в бой! Контакт!
здесь бы не знать, что эти мужики с Сесине! Да, жаль, не удалось посмотреть всего этого. Все убили! Не зевать! Это территория батальона!
интересно, а какая у тебя раньше была профессия? Спасибо, правда. У этих солдат просто не было шансов. Вам же ничего не видно, вы только зацените. Там моя сестра. Тебе сюда нельзя. Я должна узнать, как она. Эй, там лежат больные. Я о том и говорю. Давай я сейчас попрошу кого-нибудь поговорить о моей сестре. Я рад, что вы заглянули. Если тебе потом понадобится работа, обращайся ко мне. Мне нужны такие целеустремленные, эффективные сотрудники. Считай, собеседование уже пройдено.
Скорее бы до базы добраться. Я устала, как собака. Приду и завалюсь спать. Есть вещица, буквально создана для вас. Изучайте. С вами всегда приятно иметь дело. Сообщение службы экстренной помощи. Информирую. Когда-нибудь я отплачу тебе тем же. Обо всех замеченных случаях подозрительности. Вы уже анонимность гарантирована. Я тоже без дела.
Ротелло. Все работает штатно. Спасибо за помощь, агент. Настоящих бойцов испытания. Привет. У меня лучший ассортимент во всем Нью-Йорке. Что-нибудь присмотрели? Ладно, до встречи. Собрался. Что тебе нужно? Готов дать по морде. Удачи вам там. Давай, Лена, поглоти мне ручка. Поможем.
Служба поддержки Pricer House. В связи с последними событиями наши магазины в Нью-Йорке закрыты до особого распоряжения. Приносим извинения за доставленные неудобства. Надеемся, что скоро сможем снова обеспечивать вас качественными продуктами. Спасибо. Внимание, диспетчер всем группам в Челси. Сэра, нужны сканы из карантинной зоны на 24-й западной. Будьте осторожны, там не стерильно. Повторяю, там не стерильно. Уже не тот. Я беру то, чем мне нужно. Сэры будут счастливы получить эти данные. Спасибо. Этот товар долго не пролежит. Привет, детишки! С вами Игвалес и новый выпуск «Представь себе». Сегодня я хочу поговорить о том, что безусловно важно для каждого.
что там у вас? Вы сказали, что потеряли. Сожгите тело, эту лужу крови. Знакомый этот кашель, ты же знаешь, у меня астма. Вот ингалятор. Не надо, я тебя прошу. Диспетчер группам в Тендерлойне. Жители 21-й Западной сообщают о перебоях с водоснабжением. Надо выяснить, в чем там дело. Работа,
долго мучиться. Спасибо, с водой все в порядке. По крайней мере, хоть что-то мы исправили. Приятно иметь с вами дело. Слышал про Реджи. А что с ним? Его снова арестовали. Он уже в третий раз в Райкерсе. Да ты что, чего он натворил? В этом-то самый сок. Вышел он досрочно, это да. Но за каким-то хером его сразу понесло на дело. И трех дней не прошло. Взял пушку, взял пакет, который должен был передать. И пошел в ресторан в центре. Так. Ну и он то ли соку перепил, то ли еще чего. И пошел поссать. Ну вот, заходит он в сортир. И кого же он там видит? Кого? Троих полицейских, которые смотрят на него прямо в упор. Ха, он вышел из сортира. Нет, это же Реджи. Он подходит к писсуару, расстегивает ширинку, все на глазах у копов. И тут, как по заказу, у него вываливаются и пушка, и пакет. Прямо в писсуар. И копы все видят. Копы все видят. Его повязали, а он даже отлить не успел.
Реже в своем репертуаре. Всем группам. Нужно проверить гараж на углу 29 и 2. У Цера есть информация о появлении мутировавшего штамма в этой зоне.
Спасибо. Мои люди передадут данные по назначению. Смотрите, вам понравится. Хотите прибарахлиться? Спасибо. Диспетчер, всем агентам в Мари Хилл. Доктор Кэндалл запрашивает вирусологические данные старого лагеря Сера на пересечении 34-й Восточной и 1-й.
Спасибо. Доктор Кэндалл будет счастлива. Какое-то время. А что именно вас интересует? Жаль, что Манхэттен стал вот таким. Патруль, батальон захватил заложников на стройке на первой улице. Требуется помощь спецотряда. Что там у него? Мы правильно поступаем. Она ничего особенного. Похоже, он просто отстал от своего патруля. Не везет. Я слышал, ОТГ вроде как вышло на Блиса. Может, к нам хотя бы. Наблюдаем за обстановкой. Выступаем!
Они бросили ключи где-то рядом. Слушай, это дурацкая затея. А вдруг я действительно умею летать? Вики, ведь все сходится. Да ты что, с ума сошел? А если ты... Дэвид! Спасибо, агент. Если бы не вы, они бы погибли. Наконец-то! Спасибо! Это был какой-то ужас! Кошмар! Хорошо, что удалось спасти этих беженцев. Чтобы пойти. Не хочу. Мы преодолели большое препятствие. Станция помощи при ЧС позволит раздавать припасы тем, кто в них нуждается. Это здорово.
надо стесняться. Только посмотрите, что у меня... Жаль, что вы не выбрали. Вам же ничего не видно оттуда. Надо стесняться. Этот товар долго не пролежит. Надо стесняться. Этот товар долго не пролежит. Это кинжал, прием. Слышу тебя, кинжал, что там? Подтверждаю информацию, Близ находится в комплексе ООН. Засел в здании Генеральной Ассамблеи. Тут у него и укрепления, и куча этих гребаных турелей. А, у него еще вертолет. Ну... Агент, мы начали продвижение вглубь темной зоны и как раз открыли северные ворота в центральный парк. Сходи туда.
только осторожно. Это не слишком дружественная территория.